ЧПЗ А23/2013 года об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака категорически запрещено курение табака на всех видах общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в помещениях железнодорожных вокзалов, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем за 15 метров от входа в помещение железнодорожных вокзалов, а также на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки и высадки из поездов пассажиров при перевозках в пригородном сообщении. При выявлении случаев курения на объектах железнодорожного транспорта просим вас не проходить мимо нарушителей общественного порядка и незамедлительно сообщать об этом сотрудникам транспортной полиции.